Мы на месте. Мы приветствуем Мариты, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанс. Доверит. И я даю команду на счет 3 сканер, сканирует пространство над головой Мариты, под ногами, 360 градусов вокруг нее. Сканер сканирует все 7 тонких тел Мариты, находит все. А на ней накидка какая-то белая. Она делает ее безэмоциональной, как куклу. Ну, это куклу. Инкуб, скорее всего. Или гуманоид, будем смотреть. Сила моего намерения отключается. Эта накидка. 1, 2, 3. До последнего чипа датчика импланта и конвектора выходит из биополя Мариты. Есть. Отправляется в клетку-тюрьму. Инкуб. Бес. Который бесит. Синий дракон. Синий дракон. Который драконит. Хорошо, еще кто? Нет, спрут. Еще кого-то не хватает. 4 канала? Сейчас, секунду. Конструкция на спине у нее есть. Рептилоид и 2 грея. Вот. Репт плюс 2 грея. Они сразу проявились? Или они мимикрировали? Почему-то конструкция. От конструкции они вытянулись. Рептилоид с греями. Вы пытались от меня спрятаться сейчас или что это было? Они в квартире, они не в ее биополе. Конструкция подключена к платам в квартире. Понятно. В квартире. Кто еще присутствует в квартире из присутствующих? Кроме рептилоида и 2 греев. Бес присутствует. Еще кто? Дракон. Все. Остается только инкуб и спрут. Хорошо, все знают, где они находятся. В процессе чистки я буду задавать вам вопросы. Вы будете на эти вопросы отвечать. Кто не будет отвечать, будет наказан. Я даю команду тонкой копии Мариты спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Выстраивает также канал к этой накидке инкуба. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Марите. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Рептилоид с Грэмми, сколько вы находитесь в общем в ее биополе и в доме? 1 год, 2 месяца. Год и 2 месяца. Какая цель вашей подключки? Что воровали? Показывают картинки, мыслеформы, плюс энергии. А что вы делали с этими мыслеформами? Преобразовывали. Во что? Значит, все мыслеформы несут чувства, да. Так же, как любые фотографии, а значит, с них можно выжать еще энергии. В принципе, да, такое возможно. Значит, в квартире тогда присутствуют эти шары, накопители? Да. Хорошо. Значит, мы тогда после чистки отправим рептилоида с Грэмми обратно в эту квартиру. Чуть позже придем сами. И потом вы соберете это все вместе с синим драконом и бесом. После этого я открою вам портал на вашу чистоту. Переходим к спруту. Сколько ты находился в этом биополе? 4 года. Синий дракон, считай цифры над головой. 31.18. 31.18 не будет заходить, не зная куда. Итак, синий дракон, сколько ты присутствовал в ее биополе? 4 года присутствовал. Какая цель твоего визита? Плата у него стоит. Цель захвата. Ты транслировал? Информации. Информативные. Ты... Хорошо. Как оно отражалось на ее физическом состоянии? Ты манипулировал ей? Или ты пассивно считывал информацию? Или ты активно участвовал в ее жизни? Он участвовал активно, так как у него стоит еще в квартире плата. И как она это подключена все? Туда. Он постоянно находился в ее биополе. Сколько процентов энергии ты воровал? Потому что она очень много пишет за энергии. Сколько ты процентов воровал своими платами? 13. В принципе, это немного. Если ты, конечно, все договариваешь, мы это проверим. Считай цифры у беса над головой, пожалуйста. 8. Бес, на тебя тут жалоба поступила, что ты все бесит. Ты что, так хорошо работал, что человек прям тебя по имени назвал? Ну, а как же. Женщины всегда подвластный материал, как пластилин. Чуть за ниточку подергал эмоциональную. Понятно. И значит, получил ты... результат. Главное правильно выбрать струну. Угу, понятно. И ты эту струну нашел в ней, да? Он играл на струнах. Даже музыкант. Хорошо, скажи мне, сколько ты находился в биополе, Марите? 2 года. На какую частоту ты зашел? Что там было? Крик, слезы, гнев, печаль, радость? Нет, это больше эгоизм. Эгоизм. Хорошо, эгоизм. Всегда права. Все понятно. Хорошо. А я подстроил.
А ты подстроил свой инструмент под эгоизм, правильно? Да. Интересная тема. Хорошо. Скажи мне, есть ли лярва в ее биополе? Горло и низ живота. Тебя интересуют эти лярвы? Интересует. Хорошо, придет время, когда мы дойдем до них, я дам тебе отдельную команду. Сколько находился инкуб со своей накидкой в биополе, Марита? 4 года. Накидка меньше, 2,7. Понятно. Ты был ответственен за отсутствие любого сексуального интереса? Накидка. Накидка. Понятно. Хорошо. Как она действовала? Она становилась невидимой для других? Неаттрактивной или как это воздействовало? Объясни. Холодная становилась. Как она выглядела в глазах противоположного пола мужского? Как они ее видели? Никак. Прозрачной. Прозрачной. Понятно. Хорошо. Вот так работает инкуб. Как у нас с реверсом, Вера? Закончился. Установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Марита забирает все чистые, светлые, божественные энергии обратно. Пошли энергии божественные и чистые. 1, 2, 3. Все, что они похитили, все, что они взяли до последней капли, возвращает Марита себе обратно на хозяйка своей энергии. Возвращает все свое себе обратно. Вот от этой накидки как жар пошел. Вот этот жар он украл. Понятно. Чувств. Жар чувств. Если ты один там в квартире или еще кто-то есть из твоих? Один. Понятно. Почему я спрашиваю? Потому что я буду собирать еще негатив в доме, в этой квартире. Тебя он интересует тоже? Интересует. Ну, значит, тогда поможешь мне закрыть все порталы в квартире, а потом я тебе отдам этот негатив дополнительно. Он говорит только без этих верхних энергий. Мы все делаем правильно. Мы делаем 2 шара. Один идет космическая, во второй идет... Низкая вибрационная эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувства. Может быть, уверен, что ты не первый бес, которого я вижу. Он говорит, чистое наслаждение. Реверс закончился. Тогда начинаем с вытаскивания того все, что оставили. Рептилоид с Греями. Рептилоид, дай команду Греям. Они выходят, собирают все, что оставили, отключаются полностью. Возвращаются в клетку, докладывают о готовности к проверке. Приступайте. У них как круг такой сзади на спине. Они его вытащили. Выстраиваю канал от Мариты к этому кругу. Реверсом отдаю весь негатив, который она получила от него. Пошел негатив назад. У нее какие-то эмоции возвращаются. Вернее, реакции. Она вот. Сама не понимает, почему это происходит. Грубость какая-то и идут это к этому кругу. Навязанная темными цивилизациями. Все очень просто. Это не ее мысли были. Но она их за свои принимала. Готово. Установили фильтр с золотой сеточкой на этот канал. И из этого круга забираю все родные энергии Мариты. 1, 2, 3. Все мощным потоком пошло назад. У нее улыбка на лице появляется. Радость возвращается. Отлично. Спокойствие. Значит, мы все правильно делаем. Готово. Отлично. Спрут, выходи. Отключайся полностью. Спрут на голове. Присоски по лицу у нее даже. Фея. Как она ощущала тебя, спрут? Что это было? Каша в голове была. И еще потеря интереса. Она как в вакууме под ним. Он верхние чакры энергии воровал, перекрывал ей полностью. Верхняя? 3 или все? 1. Корону. 1 коронную чакру. Все собрал. Хорошо, синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Ничего не забывай, отключайся полностью. Приступай. Синий дракон, скажи мне, а почему вы не сидите у себя в своем мире, а приходите в нашу цивилизацию? Здесь интересней. Много опыта с малыми потерями можно получить, а также энергии. И много таких миров во Вселенной, как Земля, где можно приходить вам, пока люди неосознанные. Есть разные. Есть первая ступень развития, есть такая, как у вас. Какая у нас ступень развития по вашей шкале? Здесь разные шкалы есть. Мы говорим про... Планеты. Человека подобных. Он снял плату. Бес, твоя очередь. Выходи. Отключайся полностью, ничего не забывай, приступай. На месте доложи мне, что ты все снял. Он показывает эти струны, они как жилы, внутри их 5. И он их... Вот эти жилы он вытаскивает. Ну, каждая струна — это отдельная частота. Да, и сворачивает все это, и они у него заходят. Носки снимает с ног, с рук, как варежки. Утяжелял? Утяжеляло. Хорошо, бес, разрешайте. Нет, он раздражал. Раздражал. Хорошо, разрешайте забрать лярвы, находящиеся в ее биополе. Приступай. Где они находятся, Вера? Ниже живота. Ниже живота. Угу. Там у нас инкуб сидел, и голова сидел спрут.
Горло у нее. А чего горло без, скажи мне? Слова от слов? Бросала. Злые слова. Обращаю внимание, Марита, от этих слов очень хорошо растут лярвы, которые любят бесы. А это даже не от слов, больше от того, как она чувствовала потом себя плохо. Кстати, вот это состояние, когда плохо как себя горечь. Чувствует. Вот, это горечь после сказанного или сделанного, это первый признак того, что есть подключка беса. Не так ли, бес? Так, эту горечь он и собрал на шее. А, отлично. У тебя еще остался там эмоциональный фантом, мы еще вернемся. Выходит инкуб, отключаясь полностью, забирая все свои ленточки, все, что ты доставил в ее биополе, ошейники снимая, все, что там есть. Ничего не забывай. И докладывай мне о готовности к проверке. Сейчас начнется. Он с ней спал и рассказывал, на ушко шептал, как он говорил, что ей никто не нужен, кроме него. Все снял. Дай команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Она чистая, но в ней эмоции бурлят. Это мы сейчас уберем. Выходит эмоциональный фантом Мариты. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также всю низкую образцовую эмоциональную энергию. Проецируется на ее эмоциональном фантоме. У нее такой, как я бы сказал, больной, какой-то резкий фантом вышел. Марита, это все энергии, которые вы сами произвели. Вы готовы с ними расстаться? Она готова, он хаотичный еще. К тому же. Сворачиваем энергии в шар. Бес забираешь? Да, он ждет. Отправляю бесу. Готово. Хорошо. Все забрали. Сейчас буду отпускать синего дракона, рептилоида, двух греев и беса в квартиру. Для космических открою отдельный портал. Инкуб со спрутом уйдут на свою чистоту. Рептилоид с греями в это время вместе с синим драконом и бесом собирает все, что они оставили в этой квартире. Дожидается меня. Я прихожу, проверяю, открываю портал на их чистоту. Все понятно? Да. Открывается сейчас два портала. Один в квартиру Мариты. 1, 2, 3. В один уходит рептилоид и два грея, а также синий дракон. Во второй портал уходит бес. Закрывая печать, растворяя оба портала. Есть. Хорошо, спрут. Ты больше никогда не войдешь в это биополе. Тебе понятно? Понятно. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте спрута. 1, 2, 3. Спрут забирает все, что принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Под накидкой инкуба открывается портал в галактическое ядро. Накидка уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Инкуб, ты больше не придешь в это биополе. Тебе понятно? Да, понял. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. 1, 2, 3. Инкуб забирает все, что он с собой... Инкуб уходит на свою частоту. У него уже ничего нет. Готово. Закрываю, печатаю, растворяю. Хорошо. Мы все убрали, все ушли. И ничего не осталось? В клетке нет. Посмотрим. Поехали по частотам. На счет 3 запускаем процесс активации, идентификации души. 1, 2, 3. Пошел процесс. А у нее душа активируется, она говорит... Мое родное скопление звезд Плеяды. Как же я могла забыть об этом? Ведь эти энергии мне необходимы, чтобы жить на планете Земля. Готово? Отлично. И давай сделаем еще. Открываем поток энергии Плеяд. 1, 2, 3. И поток энергии Плеяд наполняет ее внутренний стержень. Пошел процесс. А он больше активировался, и энергии идут, заполняю его. Отлично. Она говорит, это моя сила. Готова. Хорошо, Марита, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Она не может объяснить. Она говорит, я не знаю, как объяснить это состояние нирваны, блаженства, а еще наполненности и знания. Отлично. Вы с Плеяд, я тоже родом с Плеяд. Если вы хотите познакомиться со своим куратором и задать ему свои 10 вопросов, вы можете к нам обратиться, мы можем эту встречу для вас организовать. Было бы интересно. Если у вас есть такая потребность, безусловно. Но не из праздного интереса, вы должны понимать. Хорошо, сейчас мы возвращаем вас назад в вашу систему биоробот-душа и сразу приступаем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию Мариты в ее систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она в тело стала заходить и говорит, моя душа вернулась. Так и есть. Готово. Отключаемся от объекта. К
квартиру ты видела, и на счет три ты стоишь перед входной двери, дверью квартиры Мариты. Один, два, три, ты стоишь перед дверью. Это... Входи в квартиру. Я даю команду на счет три. Клетка установилась. Хорошо. Кто у нас? Рептилоид Вагрея, синий дракон, арахноид, бес, две воронки, непокойная душа. И неупокойная душа. Так и знал. Открываем под воронками, двумя воронками портал в галактическое ядро. Воронки уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Готово. Рептилоид с Греями, вы все собрали все, что вы установили? Все собрали, все сняли. Хорошо, вы готовы уходить? Готово. Больше не приходите, я буду все закрывать здесь. Все понятно? Да. Открывается наверху два портала. Один на чистоте рептилоида, один на чистоте Греев. Грей забирает все, что с собой принесли, уходит в свой портал. Рептилоид уходит в свой портал. Закрывая, печатая оба портала. Готово. Синий дракон, ты все собрал? Все снял? Да, он все снял. Хорошо, синий дракон, я хочу получить у тебя слово синего дракона, что ты больше никогда не придешь в это биополе, в этот дом. Даю слово синего дракона. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. Один, два, три. Синий дракон забирает все, что принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину. Если есть потомство, собирай потомство. Возвращайся в клетку-тюрьму. Приступай. Ничего не забывай, я буду проверять. У него сетка есть. В дверном проеме ванна. По углам сетки у него. Паутина. Пусть собирается. Готов. Хорошо, арахноид. Больше сюда не приходи, все будет закрыто. Все понятно? Да. Готов уходить? Готов. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, переходим к неупокойной душе. Представься, неупокойная душа, как тебе обращаться? Ну, какое-то имя говорит, интересно. Свинга, свинга. Свинга? Да. Индуска. Индуска, понятно. Хорошо. Как долго, когда ты закончила свое земное воплощение? Как давно это было? 5 лет назад. А почему не ушла сразу? Почему осталась? Она какая-то инфантильная. Она стоит в саре, машет им, как юбкой, в одной руке. У нее красный этот на лбу. И она как в свадебных каких-то украшениях. Вот это она показывает. Понятно. В каком возрасте она закончила земное воплощение? Сколько ей лет было? 32. Это от болезни или несчастный случай? Несчастный случай. Понятно. Хорошо, Свинга, я понял, ты пришла к нам для того, чтобы мы открыли тебе портал светлый, да? Она почему-то показывает, дерево упало. Дерево. На нее дерево упало, да? И она погибла. После свадьбы сразу, поэтому не ушла. Понятно. Потом ты поняла, что тебя никто не слышит и решила уйти, да? Я ждала, я умею ждать. Хорошо, Свинга, ты 5 лет после жизни провела на этой земле. Ты хочешь уйти в светлый портал? Да, уже хочу. Хорошо, не будем тебя задерживать. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. И Свинга уходит в этот портал. Ее куратор, ее друзья, все, кто там находится, встречает ее. Ее встречает? Да, она узнает кого-то и начинает плакать и бежит туда вглубь. Замечательно. Хорошо, желаем ей всего наилучшего. Закрывай, опечатывай, растворяй портал. Готово. Хорошо, переходим к бесу. Бес, ты свое все собрал, да? Все собрал. Как и договаривались. Снял. Хорошо, комочки все собрал, ничего не забыл, да? Все снял. Хорошо, пошли по квартире, показывай мне порталы. Я их закрою, а потом соберу тебе в дорогу негатив. Пошли. Здесь комната, где клетка. Да. С правой стороны, что ли, зеркало стоит. Под этим зеркалом, внизу открывая воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, все частицы портала, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Пошли дальше. Проем двери. Проем двери. Внизу под проемом двери открывается воронка в галактическое ядро. Один, два, три. Засасывает туда этот портал, фантом портала, частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию.
закрывая, печатаю, растворяй. Пошли дальше. Здесь в спальне над кроватью висит белая, я не знаю, картина или гипс, что это, этот цветок. Угу. И у него лепестки вверх и вниз. И вот бес говорит, что они больше напоминают щупальцы. И от него идет... Негатив. Негатив, но он не темный, он какой-то космический. Мы очень бы рекомендовали Марите избавиться от этой вещи, которая находится в квартире. Открываем под этим объектом портал «Галактическое ядро 1-2-3». Засасывается туда этот портал, все энергии уходят, все частички, фантомы уходят, все на переработку в чистую первичную энергию носится. Закрывай, печатай, растворяй. Готово, фантом ушел, но вот он как объясняет, что некоторые цивилизации, они видят свое в этом, и они спокойно связываются с этим. То есть, как он сказал, что он не темный, имея в виду, он не нижний. Он может быть космическим. Он космический, но он очень негативный. Хорошо, мы еще раз передаем эту информацию, Марите, в ваших интересах, чтобы у вас в спальне это не находилось, или где оно там находится. Благодарю за информацию, идем дальше. Возле кухни тоже шкаф зеркальный. Под этим шкафом внизу открывается воронка в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо. Еще один портал есть? Да, есть ванный потолок. Внизу под потолком открывая воронку в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала и частицы портала. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо, все? Да. Возвращаемся все к клетке. И я даю команду на счет риска. Вибрационная, эмоциональная энергия, эмоции, мысли, чувств. Пошел процесс. Сформировалось два больших шара. Под космическим открывая воронку в галактическое ядро, он уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, бес забираешь? Да. Отправляю бесу. Готово. Хорошо, готов уходить? Его разбирает, да, он готов. Хорошо, больше не приходи, найди новое место обитания. Все будет закрываться здесь. Открывается внизу портал, портал против часовой стрелки на чистоте. Бес, 1-2-3. Бес, забирайся, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Ставлю пентаграмму. Ставь огненную пентаграмму. Хорошо, клетка пустая, да? Да. Открывая под ней воронку в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Готово. Хорошо. Мы ничего не забыли? Нет. Отключаемся от квартиры. И поднимайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем.